Физкульт, привет! С вами Виталий Казаков, мастер спорта по бодибилдингу, абсолютный чемпион Урала по классическому бодибилдингу, старший тренер мужской сборной Федерации бодибилдинга Свердловской области. Ассистировать мне сегодня будет Артем Казаков, четырехкратный чемпион Урала по бодибилдингу среди детей до 13 лет. Поможешь, Артем? Чтоб меня не придавило. Сегодня мы с вами будем работать над мышцами груди, так называемая наша фанера. С некоторыми нюансами. Начнем с верхнего отдела, плавно перейдем на средний и закончим нижним отделом грудных, так называемый в простонародье подрез. Начали. Итак, гриф примерно на уровне глаз. Ориентируемся безымянным пальцем по рубцам. Лопатки сведены, спина слегка прогнута. На выдох поднимаем. Спасибо. На вдох опускаем на верхний отдел груди, фиксируем, на выдох подъем. Очень важно опускать именно под ключицу. Выдох. Это еще не все. Визуально этого не видно, но я максимально стараюсь сводить кисти, что на опускании, что на подъеме. Сводить кисти, это получается делать вот так. Мышцы груди у нас отвечают за приведение плеча. Плечо с анатомической точки зрения – это все то, что по локоть. Так что, ребят, у кого не росла грудь, обратите на это внимание, потому что, скорее всего, вы выполняли это упражнение передней дельтой и трицепсом. Следующее упражнение у нас будет разведение гантелей на горизонтальной скамье. Таким образом, мы перейдем на средний отдел груди и на латеральную внешнюю часть. Меняем положение скамьи на горизонтальное. Ложимся. На вдох разводим в стороны, на выдох собираемся. Выдох, хорошо. Вдох, выдох. В нижней точке задержка, выдох. Если делать все правильно и под контролем, то с упражнением справится даже ребенок. Третьим упражнением на сегодня у нас будет отжимание от брусьев. Работаем на нижний отдел грудных мышц, так называемый подрез. Артем, покажи нам, как будем выполнять упражнение, а я обозначу нюансы. На вдох опускаемся вниз, на выдох подъем. Локти при опускании мы отводим в стороны. В верхней точке сознательно напрягаем мышцы груди. Есть вариант и выполнения этого упражнения, когда локоть идет назад. Это трицепсовый вариант упражнения. Когда локоть идет в стороны, это грудь. Запоминайте. На сегодня наша тренировка подошла к концу. Мы с вами тренировали мышцы груди. Напомню, это не единственный вариант упражнений и выполнения этих упражнений. На самом деле их много. Будьте на спорте, оставайтесь сильны, будьте здоровы, будьте с нами.